Ми з 13-го року не займаємося шоу. Дураки, дураки на сесії сиділи. Нас з вами відправили. Підніміть, будь ласка. На поручі йому задайте питання. Скажіть, як це вийшло. Так це не як двоє. Вони забирали у нас повноваження. Я ж вам говорю, йдіть ви сюди, не спокійно. Ну, услышьте нас. Смотрите, когда принимался бюджет на 2019 год, было принято по статье направление, куда будут деньги. Но было принято пункт 2.1 и 2.2. В пункте 2.1 должно было написано, что выконком определяет, куда пойдут деньги в 2019 году, и плановая бюджетная комиссия затверждает. А мэр города наложил вето на пункт 2.2, где плановая бюджетная комиссия затверждает объект. И на данный момент бюджет 2019 года готовит исполнительная власть, объекты утверждает выконком, и все. И депутаты... Мне лично сказал, говорит, я не задаю денег, я их не выделяю. Комиссия, попадете на нее, будет это, и там все это решать. Я вот вам сейчас сказал то, что действует на сегодняшний день. Решение про бюджет. Смотрите, 2019 решение про решение міської ради про затвердження бюджету.